Республика Алтай – один из субъектов России, с которым граничит Монголия. Для обсуждения актуальных вопросов, касающихся сотрудничества стран, консул Монголии прибыл в регион. Это мой сегодняшний визит, это не первый раз, это третий раз. Я посещаю Республику Алтай, я это посещаю их хорошей, прекрасной природы. Мы это считаемся это стратегическим и братским народом Монголии и России. И дальнейшее наши западные аймаки Монголии тесно сотрудничают по экономическим линиям и по линиям туристическим. Очень много из них связано. Участники встречи отметили значительный потенциал региона для дальнейшего роста взаимовыгодного сотрудничества. Проходящие на постоянной основе бизнес-миссии предпринимателей Республики Алтай и Монголии позволяют заключать взаимовыгодные контракты на поставку товаров. Основная тема для обсуждения стала перспектива сотрудничества Республики Алтай и Монголии в торговле, в образовании, в науке, культуре, а также вопрос реконструкции приграничного пункта Ташанта. Обсудили вопросы логистики и поставок продукции в Монголию. На данный момент мы поставляем в Монголию в основном орехи, фитопродукцию, но обсуждается вопрос поставок продукции мороловодства, меда, чистой питьевой воды. Помимо этого, важной темой обсуждения стало оказание туристических услуг. Строительство в Республике Алтай аэропорта международного класса позволит увеличить туристический поток из разных стран. Консул Монголии отметил возможность открытия прямого рейса. Кроме того, туроператоры Монголии смогут посетить крупнейший всесезонный курорт Манджирок. Встреча в Республике Алтай стала новым шагом в укреплении международных отношений между Россией и Монголией, подчеркнули все участники встречи. Дарья Федоркина, Сергей Бертман. День с толком.